Колорадо засыпало градом размером с теннисный мяч. Шторм, сопровождающийся градом, оставил ущерб в северной части американского штата Колорадо. В северной части американского штата Колорадо выпал град размером с теннисный мяч. Об этом в среду, 20 июня, The Weather Channel. Отмечается, что размер градин был от 25-центовой монеты до теннисного мяча. Град повредил автомобили и дома. Напомним, ранее в Словении прошел шторм, во время которого выпал град величиной с теннисный мяч. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.